Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Если вы смотрите вот этот вот видеоролик, значит, скорее всего, вы задали мне вопрос в личной переписке, знакомы ли мы. Ну что же, я спешу вас уверить, что, разумеется, мы с вами знакомы. Ну, есть вероятность того, что вы совершенно не помните, где мы с вами познакомились, поэтому я вам рекомендую посмотреть внимательно на мой фас, на мой профиль, да, вот припоминайте, припоминайте, да, вот уже память восстанавливается ваша, вот, в полный рост вы можете посмотреть на меня в других видео, в которых представлено огромнейшее количество на моей странице ВКонтакте, на Ютубе, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, имя мое, разумеется, вы уже прочитали, поэтому это тоже вам должно о чем-то напомнить. Но если вы не можете смотреть видео по каким-то там совершенно удивительным причинам, зайдите как минимум в мои фотоальбомы, да, и там непременно вы меня узнаете, а может быть даже где-нибудь себя на моих фотографиях тоже обнаружите. Такое тоже может быть. Но если вдруг после всех вот этих вот действий, после всех этих действий вы так и не вспомните, где же мы с вами познакомились, напишите мне снова, и мы с вами подумаем, что делать с этим дальше. Хорошего дня!